Растяжка плеч. Ну, растяжка плеч такая тема, в принципе, для каждого своя, но основная. Тут идея заключается, в принципе, в мостике. Очень хорошо растягивается плечи. В руки в замке сзади. Ну, сейчас все покажу. И взять какую-то палку и дело. Так, первое. Первая тема такая совмещенная у нас с растяжкой. Мы садимся, делаем складку. Ну, вот эту фигню делаем. Только мы делаем ее руки в замок с ладонью. Просто вот сзади руки в замок. Разворачиваем. Выворачиваем руки вперед, наклоны вниз. И руки стараемся как можно выше поднять. Делаем выше, кто продевает. Вообще молодец. Вот, просто за счет этого у нас будут растянуты более-менее плечи. Потом те же самые руки в замок, не играем, ставим и тело вперед уводим. Именно уводим вперед ногами. Вот. Опять сделали, просто наклонили, руки поставили, таз вперед и едем вперед. И плечи будут тоже до этого растягиваться. Так, что дальше? Дальше надо. Можно взять какой-нибудь шнур, я не знаю, ремень, футболку. Берете, выворачиваете себя. Палку такую и делаете тоже назад вперед, тоже хорошая тема. Так, но самая важная тема — это, естественно, мостик. Смотрите, нам надо встать в мостик и вынести плечи вперед вместе с руками, с ногами, плечом, суставом, там, локти сзади, естественно. Так, еще раз, встаем в мостик, руки, пальцы именно вот так, не боком, не кривым, там, а именно прямо наклоняемся, тело вперед. И тело выносим вперед, насколько это можно, позволяет. Вот. Руки тут ставим сначала шею широко, чтобы плечи сильно не напрягались, потом ставим руки поуже. Вот. И это дело доводим до конца. Сначала руки возьмем широко, потом уже. Можно вот так поставить за ног, будет вообще хорошо стянется. Есть такая еще растяжка, немного хонг-теновская. Тоже встаем в мостик и разворачиваем себя. То есть вот, мы встаем в мостик, и разворачиваем себя полностью. Раз в одну сторону, на левую руку, то самое, в другую. Вот. Ставим мостик простой. Убираем одну руку и заворачиваемся в эту сторону. В принципе, все надо.